Всем привет! Вы на канале Земной Татьяны. Если вы впервые, то не забудьте подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, а также написать комментарий. Но не забывайте, что все ссылочки на соцсети, группа ВКонтакте и в Телеграм будут в описании под видео. Ребята, в начале ролика я хочу вам поделиться одним интересным событием, которое до России как бы не дошло. Если вы включите VPN, вы увидите новые, скажем так, не события, а новый способ заработка – земов. Вы можете заработать 10 земов. Посмотрите. Включайте VPN Франция, и у вас появится вот такая табличка или такой вот смайлик. Будет несколько вот этих слаймов, которые вначале быстро очень кормятся, и у вас достаточно много конфеток для того, чтобы их кормить, но чем дальше, тем сложнее. Сначала по 1%, потом 0,2%, а бывает и 0,1% или 0,5%. Как вы можете заработать? Вы можете зайти и посмотреть, например, как купить какой-то подарочек себе или там лайкнуть фотографии, подписаться на товарищей каких-нибудь, посмотреть в стиле и тому подобное. Так что, если вы хотите заработать 10 земов, не забывайте включать VPN и смотреть. Я на Франции VPN сижу. Вот, посмотрите, вот этот вот значок слайма. Так что, ребят, зарабатывайте. В прошлом видео я рассказывала про Rooms. Короче, мастерская игрушек, вот эта вот игра, где можно получить пижаму и тому подобное. Если вы не смотрели, посмотрите. И там я сказала, что какая классная игра, она могла бы просто быть отдельной игрой на Play Market. И что вы думаете? Я эту игру случайно нашла на Play Market. Действительно, абсолютно такая же. Но при этом в ZP мы можем играть в нее бесплатно, а на Play Market стоит 239 рублей. Ребята, я просто офигеваю с этого. Ну что ж, давайте перейдем теперь уже непосредственно к той локации, которую я сегодня вам расскажу. Локация называется «Проклятая школа», «Cursed School». Я вам немножко подскажу. Если вам нравится, например, какой-то креатор и какие-то локации у него, вы можете посмотреть, есть ли у него еще что-то. Например, «Другой мир», NX. Открывайте все, и вот эти локации, который он создал, можете посмотреть, например, Dark Village, тоже борьба с зомбаками, короче. Есть, например, гонки, раз, два локация, Океан Исланд и тому подобное. То есть у него разные локации под разное настроение. Так что, если вдруг какой-то креатор вам запал, например, какую-то локацию, то welcome, будете знать, как искать. И видите, тут написано 30 миров создал этот чувак. Или, да, чувак, это парень, по-моему. Итак, значит, давайте зайдем в эту локацию. Мне ее посоветовала моя любимая Олечка. Говорит, такая локация прикольная. Да, в этой локации не получите никаких призов, там, подарков, рейтинга. Просто развлекательная. Итак, проклятая школа. Можете играть отдельно, можете играть с кем-то. У нас есть... Ой, господи, напугали уже. Там кто-то пробежал, просто мы в общую локу зашли. Итак, у нас есть пинок ногой. У нас есть удар кулаком. У нас какой-то огонь есть. Но сейчас дайте-ка я его так разверну, чтобы видно было. Вот огнище. У нас есть заморозка. И что? А, и вихрь. Но я применяла, что-то на зомбаков это особо не действует. А, еще, кстати, камни, что ли, по-моему. Так, камни. А, я их даже до конца не пролистала. Какие-то листочки. И типа это что, здоровье? Нет, еще тоже какой-то вихрь. Вот. Мы можем полежать. Ой. Мы можем посидеть. Значит, мы можем... Вот это боевой скилл, мы можем им бить. Ну, в принципе, все, прыгать. Итак, у нас идет время, за сколько вы... То есть, если вы начали делать, и вы вышли из локации в надежде, что что-то вдруг сохранится, нет. Значит, как только вы заходите в локацию, у вас заново... Ух ты, какая длинная тетка. Ну вот, у вас заново начинает идти время, и вам надо собирать
20 штук таких светящихся шариков. Но я бегала одна в локации. И, кстати, если вас зомби замочили, то как бы вы можете заново начинать, но количество этих шариков будет сохраняться. То есть вы можете посмотреть, это просто коридоры. Есть второй этаж. Вот, например, давайте на второй этаж пойдем, чтобы нам никто не мешал. Ну давай, 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 пройди как-нибудь аккуратненько. Так, во, 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 ой, мама, 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 за мной зомби что ли бежит? Вот, видите, вот шарик собираем. Сейчас, подождите, или это человек? Да, 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 зомби, 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 сейчас меня замочат. Да, замочили. Что-то он как-то быстро так мочит меня. В общем, я хотела по второму этажу, потому что по первому там неинтересно, я уже пробежала. Я хотела по второму этажу пробежать, посмотреть, что там еще есть. То есть, видите, у меня засчиталась одна штука. Так, тебя еще не замочили? Так, тут коридор есть. Вон, я вижу, зомби стоит там. Так, тут никто не ползет. О, 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 о. Ой, мама, 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 мама. Блин, как-то у меня быстро. Да, хотя бы вы показывали ХП наверху, потому что он меня с одного удара вынес. А как я его должна выносить-то? У него ведь сохраняется это ХП. Да, ребята. Ой, мама, 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 мамочка. Он идет, он идет. А я могу в него через стену пулять? Ну-ка. Могу, смотрите-ка. А он не может до меня добраться. Вот, смотрите, это хитрый план у нас. Только не сразу вот это все. Чик. Только не сразу, видите, действует как-то. Очень затягивает. Да давай, давай, прыгай через него. Так, здесь какой-то... О, вижу шарик, вижу, 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 вижу. Опс. Как туда пройти? А, вот... А, это просто шторка. Просто шторка, но почему-то я... А как я ее отодвинуть должна? Пардон, сейчас сообразим. Может, с другой стороны? Вот с этой... А, вот тут вход. Все, отлично. Сейчас мы прыгнем. Оп, забрала. Две штуки. Две штуки есть. Блин, вот неудобно иногда, что ты прям... Обзор такой. Так, о, туалет. А там в туалете кто-нибудь есть? Алло. Алло. О, ничего себе. Розовые такие шкафчики. О, еще одну. Вижу, вижу, вижу. Запрыгиваем, забираем. Не, было бы... А, ну... Да, был, хотя сейчас, сейчас у меня просто мысль очень так это. Либо у меня так плохо на мышке нажимается. Так вот, сейчас мысля пришла. Значит, было бы неплохо, если бы, например, были бы какие-то подарки. Ну, допустим, там достичь там вот двадцатки, да, вот этих вот шариков собрать и там получить какой-то минимальный приз. Я понимаю, что как бы есть креаторы, которые действительно в своих локациях такие призы, например, делают. Обычно это делают в этих, в официальных локациях, но не креаторы. Иногда бывает, что и есть. Поэтому для азарта, не только чтобы мочить зомби и какие-то шарики собирать, было бы неплохо, чтобы еще какая-то была мотивация. О, смотрите, у нас здесь еще вход вниз. Я так аккуратненько, аккуратненько. Есть тут кто? Алло? Алло? Ой, мама, мама! Может, у меня плохо нажимается? Видите, на мышке еще, может быть, плохо нажиматься. Так, а здесь кто-нибудь есть? Та-да-дам, та-да-дам. О, во-во-во-во. Сейчас мы так вот будем мочить. Надо просто скиллы использовать. Видите, плохо у меня нажимается на мыши. Ну, еще нет. Вот, все, отлично, замочили. Был пацан, и нет пацана. О, 4 собрал. В общем, ребята, вы поняли. Вы поняли, что игра, в принципе,
О, я еще нашла. Залипательно. О, тут какая-то девчонка-зомби, типа баскетболистка. Или девчонка совсем. Я что-то немножко промахнулась, да? Сейчас. Да почему я мимо-то все? Вот. Ну, видите, огонь не будет. Не работает огонь. Что-то идет непонятно. О, все. Хотя красная полоса, как бы. Ну ладно. Так, больше тут нет. Сейчас забежим еще в ванночку. О, еще, смотрите, собрала. Ну, как бы классно. Мне понравилось. Ну как понравилось? Не люблю, конечно, такие страшные подземелья, и когда на меня кто-то нападает, но, в принципе, это интересно. Так что, если вам нравятся вот такие вот бродилки, искалки и хотел сказать нехорошее слово, драки, да, то мочилки, во, то тогда welcome в эту локацию, название вы видели. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, с моей помощью вы не только поиграете в интересные игры в новых локациях, но еще и заработаете 10 земов, которые можно потратить в магазине. А я на этом с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, обнимаю, обожаю. И всем пока-пока. Муа!